Алмазная столица готовится к фестивалю «Мирный поет о мире». Праздник песни и таланта пройдет с 24 апреля по 1 мая. Масштабный фестиваль из серии концертов проведут в честь 60-летия алмазодобывающей промышленности и 25-летия компании «Алроса». Сюжет коллег из «Мирного». Более 35 лет минуло с первого фестиваля «Мирный поет о мире». Но главной целью остается открытие новых талантов и объединение творческой молодежи с разных уголков Якутии и всей России. Я хочу обратиться к истории. Самый первый фестиваль «Мирный поет о мире» прошел в 1980 году. Он был посвящен 110-й годовщине со дня рождения Ленина и 35-летию со дня Победы. Основная идея фестиваля, да, это общение молодежи, это взаимообогащение. То есть, общаясь на фестивале, молодежь учится друг у друга, учится дружить, общаться, ловит какие-то новые идеи в творческом плане, да? И, ну, это, в принципе, это все так и идет, что в те годы, что сейчас. 2017 год провозглашен Годом молодежи в Якутии. Фестиваль проводится при содействии Министерства по делам молодежи и семейной политики республики. Учредители – районная и городская администрация, акционерная компания «Алроса» и профсоюз «Профалмаз». Для нас важно любые проявления творческого потенциала молодежи. То есть все, кто захочет показать, на что он способен, они могут направить заявки и в этом направлении поучаствовать. В этом году организаторы фестиваля пригласили победителей и участников предыдущих фестивалей, но уже в качестве жюри. Я работаю в составе жюри, и мой коллектив, ну, в один из концертов мы примем с удовольствием участие. В поддержку фестиваля организаторы провели автомобильный флешмоб, который поразил своей оригинальностью и зарядил участников позитивными эмоциями. Когда на очередном собрании дирекции прозвучала идея, когда мы рассматривали направление фестиваля, обсуждали, какими они должны быть в этот раз, прозвучало предложение как-то поработать и с активными автомобилистами, потому что у нас действительно в городе очень много молодежи, активной, неравнодушной, которые водят авто. И когда прозвучало это предложение, мы поняли, что автомобилисты все-таки ближе к спорту, но вот эта тема, повисшая в воздухе, она как-то витала, и все-таки вот объединилась у меня с тем, что я видела, слышала раньше, с тем, что мне было интересно, и вот произошла такая вспышка в голове. Ага, нужно сделать так. Сейчас решается вопрос, кто будет в совете жюри. Организаторы разослали десятки пригласительных писем в разные города России. Финал состоится 1 мая на сцене у ТКЦ «Якутский». Фестиваль «Мирный поет о мире» в очередной раз обещает быть самым ярким и незабываемым событием как в культурной, так и в общественной жизни района. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, Илья Засухин. Телеканал «Алмазный край».